Новенькая белая «Лада Гранта» ждет свою хозяйку. Автомобиль за профессиональный и человеческий долг достается заведующей детским отделением Ордобасинской центральной районной больницы. Айгерим Иманова лечит маленьких пациентов больше 10 лет. Для нее нет ничего важнее их жизни и здоровья. Я очень счастлива, что меня сегодня отметили, да еще и таким дорогим подарком. На самом деле я даже не знала, что мне вручат машину. Мне просто сказали: «Айгерим, приди и забери свою благодарственную грамоту». А в итоге такой сюрприз получился. До сих пор поверить не могу. Спасибо большое. Так неожиданно, очень приятно. Призы и дипломы в честь праздника вручают профессионалам в белых халатах. В числе награжденных 81-летний Турсынбек Оразалиев, который посвятил свои 54 года сфере здравоохранения и внес огромный вклад в лечение туберкулеза. Роза Куандыкова, квалифицированный врач-диетолог с общим медицинским стажем 45 лет. Жумабай Аденов, врач-педиатр со стажем 44 года. Медалью за особые заслуги перед областью награждена Роза Жилкишиева. Она внесла свой вклад во внедрение новых технологий в лечении пациентов. Награду удостоилась и директор частного учреждения семейно-врачебная амбулатория Мария Альжанова. Обращаясь с поздравительной речью, аким области отмечает, что благодаря государственной поддержке развитию системы здравоохранения уделяется огромное внимание. Есть у Жансиита Консиитовича еще одно чувство, связанное с Днем медицинского работника. Это чувство благодарности. Праздник давно вышел за рамки сугубо профессионального. Любой человек хотя бы однажды обращался к людям в белых халатах за помощью. Судьба врача, посвятившая свои знания, энергию и любовь к профессии, это благородный труд, наполненный борьбой за здоровье, за жизнь человека. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете проявлять патриотизм, гражданственность и активную жизненную позицию, помогая в сохранении и укреплении здоровья населения нашей области. В Южном Казахстане день и ночь трудятся 30 тысяч медицинских работников. Из них больше 7 тысяч – это врачи. Их нелегкий повседневный труд помогает сохранять величайшие ценности издарованных человеку – здоровье и жизнь. Об этом во время своего выступления для врачей, медицинских сестер и санитаров поет известный исполнитель Торегали Туриали. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Утрар».